сказать, что вот коммунизм, СССР, хорошо, это было плохо, потому что был безбожный режим, в котором, ну вот, сейчас мы видим, как реально молитва спасает мир. Вот, и поэтому, прежде всего, наша задача, я считаю, да, я лично очень хочу, чтобы наша страна действительно стала с колен, и она действительно была страной свободных граждан, которые понимают, что они делают, куда они идут, и понимают, зачем живут. Поэтому я всегда поддерживаю волонтерство, потому что помощь ближнему, я считаю, ну вот, о чем говорить, если мы друг другу не помогаем. Поэтому всегда приветствуем вот всякие такие начинания. Вот сейчас Инна Бондарь, хороший музыкант, я ее слышал по Тибли, действительно очень талантливая певица. Но я впечатлился, мой, когда мы там были, был ночью концерт, очень, конечно, голос замечательный был этой молодой женщины. К тому же матери двоих детей, сейчас идет вот компания помощи замечательная. То есть то, что замечательно, что люди так поддерживают друг друга, я считаю, это правильно, это вот то, чем надо заниматься нам, музыкантам, прежде всего, но и слушателям. Вот, не увлекаться ничем ни туда, ни сюда, а идти золотой серединой. Вот. Поэтому большое спасибо, что мы здесь собрались. Это тоже на самом деле чудо, потому что каждый раз я потом думаю, так переживаю, что вот люди не пришли, а потом думаю, а вообще какое чудо, что они вообще пришли. Вот. Ну, просто всегда хочется, чтобы это услышало как можно больше людей, почитали про слово, там, послушали песни. Вот. Поэтому я, это иногда переламывает. Вот. Я очень как бы обижает иногда. Но потом понимаю, что на самом деле то, что хоть кто-то это услышал, это уже большое чудо. И предлагаю просто это чудо делиться. Если вам понравилось что-то, мы всегда просим, да, как бы об этом рассказывать, под скуд не загонять. Вот. Ну и как бы доверять нам, потому что когда нам как бы поддерживают, то есть желание что-то делать. Потому что вот есть такие тяжелые кризисные моменты, когда делать ничего не хочется, руки опускаются, непонятно зачем, для кого. Вот, поэтому нам важны вот это живое общение. Иногда даже, ну, вот, я как человек сдержанный, не люблю проявление вот таких вот, прям вот братских таких вот чувств, может, неправильно, но вот такой у меня характер. Но, тем не менее, за этим всегда стоит как бы уважение к любому человеку, который приходит сюда. Вот, поэтому большое спасибо этому месту, то, что здесь люди тоже что-то делают. Спасибо всем, кто сегодня поучаствовал. Вот, я думаю, что сегодня что-то произошло здесь хорошее. Вот, ну, Ане, конечно, отдельно спасибо. Там у нас эта коробочка, но если кому-то есть лишние средства, можно туда кидать. Вот. А так возьму, у нас рождественский концерт, и в феврале надеюсь провести даже фестиваль. Ну, надеюсь, что вот. Может быть, и здесь договоримся, и на концерте. Вот. Все, а теперь.